Привет, друзья и гости канала Яблочко. Сегодня вам хочу рассказать и показать, как очистить кеш на своем мобильном телефоне. Этот способ понравится всем, потому что благодаря ему вы сможете очистить дофигища памяти. И самое главное, он универсальный для всех настроек айфона. Показываю на айфоне 13 Pro. Для этого нужно просто зайти в настройки и найти такой пункт на телефоне, который называется Safari. Даже если вы ним не пользуетесь, потому что я ним тоже не пользуюсь, все равно в его нужно заходить и проверять одну настройку. Вот зашли в Safari. В Safari здесь у нас будет такой пункт, который называется, он может быть в самом низу, дополнение, видите? Нажимаем дополнение, и здесь у нас найдется пункт данные сайтов. И вот у меня здесь, видите, 22.6 мегабайт. У вас здесь может это быть еще больше. Нужно нажать удалить все данные. Или же нажать в правом верхнем углу изменить, выбрать, что вы хотите удалить. Вот так вот. И в ручном режиме удалить. У меня изначально, когда я здесь заходил, было у меня здесь 800 мегабайт. Вот прикиньте. Хотя я вот вообще не пользуюсь и не знаю, откуда у меня это все взялось. Нажимаю «Готово», и в принципе, вот видите, у меня освободится здесь дофигища памяти. Дальше у нас второй способ, это нужно зайти в основные, и вот в основных у нас будет хранилище iPhone. И вот здесь вот мы увидим, сколько у нас использовано и сколько у нас максимальная память. Дальше у нас будут вот приложения, которые вы сможете увидеть, сколько у нас всего здесь занято. Как видите, у меня TikTok и YouTube. Заходим в YouTube, нажимаем «Сгрузить приложение». У нас, в общем, будет сгружено, вот, смотрите, 30 гиг. В результате будет освобождено место. И так мы проходим по всем приложениям. Как видите, у меня самое большое YouTube, TikTok и Telegram, потом Instagram, Viber. И вот пробежитесь по вот этим вот настройкам, и вы реально освободите дофигища памяти на своем телефоне. Надеюсь, видео стало вам полезным, вы оцените его своим лайком. Пока.